Десяток современных центров и более полусотни клубов поскромнее. Всего около 70 площадок. Вот один из китов, на котором держится фитнес-индустрия Ульяновска. Точно даты ее рождения не назовет никто, а прообразом могут служить секции спортивной аэробики, возникшие еще во времена Советского Союза. Но специалисты говорят, что именно в последнее время фитнес в регионе особенно востребован. Количество приверженцев ЗОЖ, констатирует статистика, из года в год становится все больше и больше. Спрос рождает предложение, и я могу сказать, что такая прогрессия, геометрическое развитие показывает о том, что, в общем-то, в нашем городе люди как раз созревают к здоровому образу жизни, и потребность эта возрастает с каждым, ну, я бы сказал, с каждым месяцем. То есть и специалистов сейчас не хватает. По данным статистики, в Ульяновской области около 200 специалистов, которые могут профессионально разработать ту или иную программу для занятий фитнесом. Это выпускники специализированных учебных заведений, а также бывшие и действующие спортсмены. За уровнем их квалификации особенно тщательно следят в ведущих фитнес-центрах региона. Мы обучаем наших сотрудников, обучаем своими силами, обучаем, приглашая профессионалов своего дела из других городов. Ежеквартально наши тренеры проходят аттестацию, по итогам которой мы подводим итоги. Надо тренеру где-то подтянуть, либо все хорошо у него с его знаниями. Еще один немаловажный фактор, который привлекает на фитнес-площадке – разнонаправленность. Нарастить мышцы, убрать пивной животик, научиться плавать, восстановиться после травм – все это и есть фитнес. Мы как бы позиционируем себя как семейный клуб. Сюда приходят заниматься семьями. Бабушка идет заниматься на фитнес, здоровые суставы. Ребенок у нас плавает в бассейне. Папа, мама, пожалуйста, тренируются в тренажерном зале. Не откажем никого. Таково одно из основных правил работы фитнес-центров. Чтобы стать его клиентом, не надо быть суперспортсменом или чемпионом. Достаточно просто иметь желание стать сильным, красивым, здоровым. А опыт показывает, что с каждым годом все это становится доступнее. Ведь растущая конкуренция заставляет держателей фитнес-клубов и центров снижать цены в борьбе за клиентов. Однако, несмотря на привлекательный здоровый образ жизни и относительную доступность фитнес-клубов, залы зачастую пустуют. Тогда на помощь приходят спецпроекты, маркетинговые приемы и конструктивный диалог представителей индустрии красоты и здоровья.